Шестой раунд. Сереж, что делать? Давай, я рукалёвка. Уважаемые болгарские телезрители, хочу представить отсутствующего члена сборной знатоков, старшего лейтенанта Леонида Владимирского. Он бы сейчас, наверное, он бы сейчас пригодился вам. Обладатель приза «Хрустальная сова» 1986 года. На последнем вопросе он тогда вырвал победу. Самый молодой и блестящий игрок, но по производственной необходимости не сумевший приехать в Болгарию. Сейчас, секундочку, покажите, пожалуйста, чей это блиц. Да, надо играть. Или вы... А это не наш. Что значит не наш? Правильно, это не ваш блиц. Но вы отвечаете на болгарские вопросы. Паузу мы можем еще поставить? Нет, у вас в распоряжении только одна пауза. Не везет. Что делать? Итак, внимание. Оу. Супер блиц. Так. Ну что ж, такая возможность была у болгарской стороны, и она ее использовала. Итак, что такое суперблиц? Суперблиц – это значит, что даже 20 секунд не будет для ответа на один из трех вопросов, на каждый из трех вопросов. Итак, три вопроса в этом пакете. И каждый вопрос должен быть отвечен без обсуждения на счет раз, два, три. Вам удобно? Действуют ли наушники? Наушники нужны? Не знаю. Не знаю. Я только сейчас буду читать. Внимание. Первый вопрос. Суперблиц задает социолог Юрий Гайдук из города Варна. Так. Внимание, никаких разговоров, придется штрафовать. Знакома ли вам одна прекрасная женщина, отец у нее француз, славу она обрела благодаря русскому и русскому, то есть очевидно... Да. Снова. Знакома ли вам одна прекрасная женщина? Отец у нее француз. Славу она обрела благодаря и русскому. А в нее влюбился и испанец. Внимание, вопрос. Кто эта женщина? Раз. Два. Три. Значит, мой ответ такой. Это Кармен. Тишина. Придется штрафовать. Понятно. Внимание, правильный ответ. Француз Проспер Мериме создал прекрасную цыганку из Азауди. В дальнейшем ее прославил француз Жорж Безе и русский Родион Щедрин. А недавно о ней создал фильм «Испанец Карлос Саура». Это Кармен. Это не все. Второй вопрос. Супер, блин. Что можно? Нет, нельзя. Против шестерки Виктора Сиднева играет телефонный техник Филипп Младенов. Вы его знаете или он в зале? Внимание! Полная тишина. Мы впервые играем супер. Внимание! Есть растение, которое было перед горохом, луком и тюльпаном. Из него был сделан первый букет для второй женщины. Внимание, вопрос. Для кого был предназначен этот букет? Для Евы. Раз. А, вы уже ответили. Для Евы. Ну, что я могу сказать? Это вопрос не для супера, конечно, а труднейший вопрос и для нормального раунда. Ответ дает Филипп Младенов. Но это право болгарской страны.
Речь идет об арабидопсисе. Оно и есть то первое растение, которое вырастили в космосе летчики и космонавты, Береговой и Лебедев, а первый букет космического арабидопсиса был вручен второй женщине Светлане Савицкой. Итак, счет становится 4-2. Выигрывает улитка. 4-2.